центр культурного притяжения. На Пушкина 265А открывается магазин «Белкнига». На 86 квадратных метрах целый букинистический рай. От сувенирной продукции и детских раскрасок до научно-технической литературы и бестселлеров мировых авторов. Отдельный стеллаж посвящен белорусской классике. Янка Купала, Василий Быков, Владимир Короткевич. Выбор огромный. Торговая сеть открытого акционерного общества «Белкнига» насчитывает 86 магазинов. Общее количество торговых объектов у нас 94. Они расположены в разных регионах. В городе Бобруйске у нас получается 2 книжных магазина. И мы надеемся, уверены в том, что они смогут удовлетворить спрос покупателей на самую разную литературу. Любители фантастики не уйдут отсюда с пустыми руками. Стивен Кинг, Фрэнк Герберт, братья Стругацкие, Стефани Майер, Роберт Хайнлайн и многие другие. Не забывают тут и о самых маленьких. На полках множество развивающей литературы, красочные буквари и книжки с наклейками, плюс конструкторы, игры и куклы. В этом магазине мне понравилась канцелярия, ручки, пеналы. Тут большой выбор очень. Я даже сегодня вечером сюда приду обратно, чтобы что-нибудь еще купить. Я зашла в магазин, и первое, что мне попалось на глаза, это сборники тестов для подготовки к централизованному тестированию и централизованному экзамену. И это именно то, что мне надо, потому что в этом году мне предстоит сдать этот экзамен. Если нужной книги не оказалось в наличии, не беда. Заказ можно оформить прямо в магазине. Товар привезут точно в срок. В помощь покупателю сайт «Белкнига.бай». Здесь есть возможность не спеша изучить ассортимент и приобрести литературу онлайн со скидкой в 10%. Хочу отметить, что 14 мая отмечается День государственного герба, гимна и флага Республики Беларусь. К этому празднику у нас тематическая выкладка нашей государственной символики. Есть и портреты, и символы в разных форматах, размерах, поэтому даже есть значки, которые очень любят дети цеплять себе на майки, рюкзаки. Демократичные цены, приветливый персонал, удобный график работы и неповторимая атмосфера книжной романтики. Новый магазин на Пушкина 265А, несомненно, полюбится бобруйчанам. Чтение, как известно, развивает интеллект и формирует навык мыслить. С таким ассортиментом своего автора найдет каждый. А желание прочесть классику придет в свое время. Татьяна Горбач, Максим Галионко, Бобруйск 360.